Всем привет, ребят! Время у нас 3:20, мы только начинаем снимать влог. Вчера же легла спать в 2 часа ночи. Проснулась, сегодня отправила в школу всех. И легла спать почти до 11 часов проспала. Нужно было всех покормить, потом села монтировать влог. Тут у нас еще перестановка. Короче, пока смонтировала, пока выложила, уже 3 часа дня. Представляете себе, 3 часа дня. В общем, я попросила Лео, чтобы он мне перенес вот эту тумбочку к нам в комнату. К нам в комнату лучше не заходить, это вообще там трэш какой-то. Там просто склад мебели, больше ничего. Это не комната, это не спальня. В общем, мы сейчас с Ксюшей дома, Маргарита в школе, Каролина с Максом на улице. Бабушка тоже дома, бабушка там где-то. Кстати, где бабушка? Спит. Где спит? На кровати. А, ну дверь прикрой тогда. Потом мы сейчас шуметь будем. Мы с Ксюшей сейчас. Она мне будет помогать. Вот это все передвигать. Я надеюсь, получится, как я задумала. Что сначала делаем? Двигаем шкаф. Потому что нам нужно вот это вот пустое место. Ой, так сильно ярко, ярко, сильно ярко. Не надо так. Мне так не нравится этот шкаф. Тут магнитные дверцы, и они постоянно открываются. Смотрите. У нас сегодня снег целый день шел. А сейчас... дождь. Ну, вообще замечательно. Снег, а потом дождь, чтобы вот это все растаяло и было слякоть и грязь. Если так в телефоне идешь, открываться так. Угу. Ты не посмотрела, стукнулся. Так, чтобы там не сильно мешал шкаф и чтобы кровать поместилась. Ну и так, чтобы не сильно... Лучше оттуда это, прям сильно туда не вставай. С этой кровати на ту кровать. Ага, это что, штатив? А зачем он здесь нужен вообще детям? Он там был, за шкафом. Штатив. За шкаф. И сейчас мы будем выдвигать кровать Макса. И она очень тяжелая, Ксюш. Ты не сможешь ее поднять, даже я не смогу поднять. И не так мы будем ее тащить. Либо придется убирать вот эту деревяшку. Самое тяжелое, это вот это вот. Ее нужно убрать, а потом только кровать двигать. Иначе мы себе... спины все надорвем. Завтра мама так будет ходить только. Я уже так ходила. Подняла кровать. I saw the city passing by my window. Was in the crowd, but I felt so alone. At my phone like every other second. My future was blurry and numb. A tunnel where there's no light. Oh, but then you came and sat right next to me. Your eyes, they glowed and filled me up. Давай теперь кровать ему собирать. Игрушки, подушки. А эта кровать так останется? Нет, эту кровать двигать будем. У Каролины тоже будет в другом месте кровать. Да, у нее вот так вот. А стол где будет? Тут? Так же будет там стол. А я не думаю, что мама эта кровать так и не поместит, то она там не сядет. Ну, посмотрим. По ходу дела решим. М? По ходу дела решим. А ты подарки покупала кому-нибудь? А чё? Ну, давай, показывай, что это. Это подарок для Фионы, что ли? Да. Фиона, это не тебе подарок. Кстати, Фионе сегодня, между прочим, 3 месяца. Подарок. Happy birthday! Подарок ее где? Happy birthday! Ей 3 месяца сегодня. Сейчас принесу. Ровно 3 месяца. Убери со стола ее. Вкусняшку дай ей. Ух ты! Олень. А кто подарил, знаешь? Шоколад. Нет. А почему ты не покупаешь? Я подарила маски мои, потому что у меня очень много. Кому?
девочки. Угу. Эй! Секретный, да, подарочек? Да. Понятно. Прикольно. Я сегодня тоже подарила. Конфетчик. Ксюш, покажи, ты сегодня открыла, кто тебе попался. Там девочка какая-то попалась. Да? А конфетки-то нет. Ой, я открыла. Ты током бьешься. Да. Да, я открыла уже конфетка. Такая вот девчуля попалась. А теперь 11 открываем. В смысле? Еще не 11. Не надо открывать. Не надо, можно, Ксюша. Увидеть. Не надо. А я сегодня посмотрю. Закрой. Давай бижутерию. Подвесочка, наверное, какая-то. Десятая сегодня. Десятая. Ой, оленя, осторожно. Я же сказала, подвесочка, звездочка. Их можно сразу носить. Допустим, одну сделать короче, другую длиннее. А несколько вместе. Они у тебя и белые, белый, да, металл, и желтый. Ай, не срань, это не так. У тебя есть сережки. У тебя есть сережки полумесяц, а теперь у тебя есть звездочка. Лончик. Эй, ай-яй-яй, она когтями прям. Мама, с днем рождения тебя! Мне? Не, у меня уже было, не надо. Открой! Это Макс пришел. На. Мама Маргарита плюнула водой или она намочила? Я намочила. Как сделала? Смотри. Оу, фак. Плюнула? Аккуратно! Он сам вывалился случайно. Макс, проходи. Как тебе? Он в шоке стоит, думает, что такое? Как тебе? Сака сапога. Я вот эту картину к тебе перевешу, ладно, вон туда. Уйди, инстасамка, если ты это видео видишь. Куда дай мне сидишь? Деньги. Мне деньги на Fortnite нужны. Так, все, давай, бакс. Продолжаем. Иди разувайся, Макс. Будешь помогать? Пусти Джуси на порядок навести. Комнат. И вот так вот у нас получается немножко поделилась комната. Угу. Теперь еще убирать, потом завтра все уже будет. Вот та часть Каролины. Здесь у нее есть место там, для игр или еще для чего-то. И тут будет Макс. Тут он тоже может играть. Коврики только поменять можно местами. Вот это вот. То есть, да, 6 полочек Каролине, 6 Максу. Wanna be free of this heart. Yeah. Wanna feel your arms around me. I need you more. Need you here. More than I would like to admit. Let's forget about tomorrow. Yeah. Should I hide away forever? Should I close my eyes and never again hold you tight, call you mine, think about you every time I remember that it's over, yeah. You never break, you never lie, you never ever scared of. Наконец-то я закончила. Время 5:27. Почти
с 3 часов мы начали. Почти 3 часа. Здесь стоит шкаф. Тут у нас Макс будет спать. Вот. Тут такая вот у нас перегородка, полочка. С одной стороны Макса игрушки. Но так как у Макса их больше, поэтому верхнюю полку он занял. Там все у Каролины лежит. Вот, и все. И вот здесь вот Каролина будет спать. Ей места тоже хватает, чтобы играть. И ее рабочий стол. Вот тут как раз встало футбольное поле Макса. Все, готово. Ай, вот так! Спрашивали про локоть, у меня болит еще. Ну, не так сильно, но когда я, допустим, на локоть ставлю руку, то мне больно. Шевелить вот так вот могу нормально, но ставить на локоть я не могу, потому что мне больно. Может быть, даже там и трещинка маленькая какая-то, маленькая, малюсенькая. Но ради этого я не пойду себе накладывать гипс. Мне кажется, само это все заживет, потому что мне с гипсом ходить ну никак нельзя, тем более сейчас декабрь месяц, дни рождения, Рождество, Новый год, и мне еще с гипсом, у меня столько дел. Нет. Если не пройдет, если так же будет болеть, и через месяц, через два, то тогда уже, может быть, обращусь. Пока нет. Ой, мне еще нужно готовить, кушать. Ё-моё. Работа не прекращается. Еще бывает, спрашивают иногда, почему я не работаю. Ты что? Вы просто представьте, если бы я еще работала с утра до вечера, каждый день, и потом приходить домой, и вот это вот все делать. Еще это... работать. А. Нет. Еще влоги работаем... снимать, влоги монтировать. Да, мы бы тогда, конечно, не снимали. Вот моя работа. Моя работа – это по дому дела делать, и мы влоги снимаем. Да. Мое хобби, моя работа. Может, со стороны это смотрится легко, но на самом деле нет. Я физически очень сильно устаю. Очень. Я много чего не успеваю. Может быть, кажется, что я все делаю, все успеваю. Нет. Много чего не успеваю. Бывает очень тяжело, и бывает... Поэтому бывает, и влоги не выходят, потому что хочется отдохнуть. Ничего не делать, ничего не снимать, камеру в руки не брать. Мне сильно болит теперь, тут вот. Ты поцарапала. Поэтому я сейчас вот месяц буду снимать, мне кажется, я просто буду как выжатый лимон. Потом я пропаду, наверное, опять. Потом. В январе, наверное, будем отдыхать, не знаю. Сейчас вот декабрь, как всегда, мы снимаем каждый день, но в январе не обещаю, что будут видео каждый день, посмотрим. Буду стараться почаще, но уж точно не каждый день. Может, через день. Так, это мне стирка. Все. Вот у меня еще работа, видите? Посуду надо. Ксюша, может, ты посуду сложишь в плиту? Ой, в плиту. Да, в плите. Посуду сложи, пожалуйста, в это. Тут чуть-чуть, немного. Да, конечно. Большие тарелки, кружечки и все. Я вчера загрузила посуду, представляете? И забыла включить. Ну вот. Еще этот стаканчик. Нет, этот стаканчик нельзя. Ладно, загружай, тут еще 2 кружки поместятся. И не получится, придется ждать пить. Она вся полная, я вчера забыла совсем. Ты так много помогла, мама. Спасибо большое. 2 кружки поставила в посудомойку. Вчера я сварила картошку в мундире, поэтому сейчас я ее почищу и пожарю. Тебе нужен свет, что ли? Да. Зачем?
картошечка готова. Я еще отдельно поджарила лук. Не все едят, но кто захочет, может сверху картошечки ему положить. Так, все. Наши оливочки любимые, маринованные. Садимся кушать. Салатик готов. Где? Тут? Да? Нет, вот сюда, это Максу. А мне? Поменьше, там побольше, он стукнись. Все. Каролина у подружки, Маргарита вернулась. Маргарита вернулась, Каролина ушла. Нельзя, нельзя. Даже и не думай. С сыром, так картошка уже остыла, сыр не расплавится. Жареный лучок. Ты ешь? Жирненько не подавись. Ты лук ешь? Жирненько да. Не подавись. Жареный. Продолжаем делать пиньяту. Надо было другой, наверное, нас порадить. Ты же себе так делала? Нет, делала с другой стороны. Ну, в принципе, нет, все равно, наверное, ничего страшного. Надо когти подстричь опять. Она Ксюшу очень сильно поцарапала. Тут. Ты помазала кремом? Смотри. Вот. Угу. Всегда, когда я... Вот, смотри. Вот, всегда, когда я утром завязываю шнурки, она всегда приходит и... Да, мне тоже. И потом меня кусает. Но она же играет. Кстати, хорошая новость. У девчонок на неделю раньше начнутся каникулы. В нашем городе из-за короны. Да, в общем, 3 недели зимних каникул. Следующая, последняя неделя и каникулы. Считай, с какого числа? С 17-го. С 17-го числа каникулы. Сегодня, не знаю, закончим, не закончим. Такой вот у нас кудрявый Бэйби Йода получается. Все, закончили. Ну, почти. Еще останется приклеить глазки, ушки. Что там еще у нее? Глазки, ушки, ротик, не знаю. Все. Все, основную работу сделали. Остается только додекорировать. Так, все, улеглись. На своих новых местах. Каролина, давай носочки снимай, одеяло. Да, мама. Расправляй. Все, спокойной ночи. Все, ребят, мы будем заканчивать влог. Я пойду монтировать. Завтра у нас много дел тоже. Ставим пылесос мыть полы. Да? А это наблюдает. Нравится? Интересно, не смотрит. Бо не боится, а это наоборот нравится. Все, ребят, всем спокойной ночи, пока. Пошла монтировать влог. Пока!